Всем привет! Сегодня мы в гостях у бабушки, и у нее зацвел иохарис. По-другому этот цветок еще называют амазонская лилия. А в народе у нас называют его дружная семейка. А как называют его у вас? Мне было бы очень интересно знать. У него такие вот глянцевые большие листы, очень красивые сами по себе. И такие цветы, похожие на нарциссы. Размером цветочки достигают до 10 сантиметров. Они очень красивые, источают приятный аромат. Цветет это растение два раза в год, ну, по крайней мере, у нас. Вот, это растение родом из тропиков Южной Америки. Оно луковичное, из семейства амарилисовых. И если вы хотите, чтобы куст был крупный, можно посадить несколько луковиц в одну корзинку. Тогда будет более такой пышный куст. Вот такое замечательное растение у нашей бабушки. Всех благодарю за просмотры и пока-пока, до следующего.